посмотрите, сколько атак Мамонт Югры организует. И вот здесь можно и нужно забивать, но Набоков говорит нет. Добровольский не забивает. Успел Набоков переместиться, уже откинул клюшку и накрыл эту шайбу. Команды имеют... Это любопытно, какой момент у Синотова, стопроцентный! Но, значит, не 100, раз забить не сумел. Огонь возле ворот Набокова. Обострить. Безусловно, обострить игру, хотя сейчас Павел Тютнев. Два опаснейших момента создали, но ни первый, ни второй к взятию ворот 30-го номера «Динамо» не привел. Очередной красивейший сейв в исполнении Ивана Сапожникова. И 6 очков набрал по системе «Гол плюс пас». 2 шайбы, 4 передачи результативных. А тем временем Кузьмин близок был к дублю в сегодняшнем матче, но угол был слишком острый. Здесь молодец Иван Сапожников. Успел переместиться от одной штанги к другой и забирает шайбу. А к чужим воротам шайба и проникает. Перевод на пятак, бросок, добивание, вновь жарко. И где там шайба? Неужели Сапожников ее выловил? Вот так моментище. Сейчас Павел Тютнев должен был делать счет 4-1, но вот этот молодой человек сказал нет. Сапожников ловит кураж. Неучев, что будет делать, развернулся, сам попытался. И вот бросок, и шайба. Шайба, тут все хватаются за голову, потому что не забивает Платонов. Шайба у Мурашовой. Синицкий, но контратака, Мисников. О, какая передача, какая красотища. Ну и какое спасение от Мурашова. Сделал сейчас очень красиво для своей команды. Лизаров сам все придумывает, и шикарное спасение Сергея Мурашова. О, как технически сейчас уходит, и есть момент, бросок рядом со штангой, еще один бросок, Селезнев. Ох, что сейчас творит Самсонов. Вот это спасение. Уехали. И что? Ну, добивание нужно! Писать контракт получилось, сейчас у него контракт. На 3 года опасно! И какой сейв делает Самсонов? Да что же он творит-то? Самсонов что-то нереальное здесь выдал. В клюшку там шайба ему попала, но... Вот он сам головой качает и не понимает, как же он это сделал. Наверное, согласитесь, один из лучших сейвов вообще всего сезона в МХЛ это будет. Такое нечасто увидишь. Отметить. Вот Машко. Посмотрите, что сделал Ипекса! Не, все-таки не зашла шайба. Разводит арбитр руки в стороны. Хотя мячи поздравляют друг друга. Такой бросочек-то не самый сильный был. Ну вот, пожалуйста, а сейчас закрыт уже Пекса. Что он творит? Ну сейчас, каким чудом сейчас не забросишь. Футбольный совершенно бросок. Да, это просто фантастический момент. Пас. А вот шанс для Толпара, и Пекса выручает. Вау, тут стоит Бадалов. Пас на пятачок сделал и мог ставить, наверное, точку по такому матчу Артем Горшков. Никита. Никита. Хороший пас. Вау, 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 вау. Пекса. Вячеслав. Вот это спасение. Пекса один из лучших вратарей МХЛ.